Евгений. А вы рассчитывали вообще на попадание в финал? Как это произошло? Вот вы узнали о том, что и уже в финале. Не рассчитывал абсолютно. Это был дикий сюрприз для меня и взбудоражил меня на несколько суток. Изменил планы. Но нам приятно, что вы с нами. Вам аплодисменты. Мне очень приятно. Наш финалист уверен, что сможет быстро найти мельчайшие различия в двух одинаковых картинах. Так ли это? Сейчас узнаем. Начинаем испытание для Евгения Дубина. В студии вы видите три пары знаменитых картин. Одна из них выглядит как оригинал. Вот другая отличается невооруженным взглядом. Это определить практически невозможно. Поэтому Евгений использует свое стереоскопическое зрение. Евгений, вы готовы? Да. Готов. Тогда начинаем. Прошу. Начнем с картины без названия. Кандинский. Вы узнали? Похоже. У вас минута. Время пошло. Да, говорите. Ближняя к вам треть. Внизу. Внизу сантиметров на 12 от низа. А указку левее. Левее, 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 левее. Еще 7-8 сантиметров. Еще левее. Ниже, ниже, ниже. Чуть-чуть левее. И выше на сантиметр. Вот здесь вот такое темное пятно. Ну, это, по-моему, что-то невероятное. Вот где-то здесь? Да, вот это оно. Вы уверены? Да. Давайте узнаем, правильный ли это ответ. Да, это правильный ответ. Вам аплодисменты. Перед нами две копии картины «Звездная ночь». Минута пошла. Да, я готов. Луна. Ну хорошо, да. Левее. Стоп. Вот здесь вот такой... как правильно называть, мазок желтый. Да? Да, вот он у вас под указ. Вот это он, да? Ну, вернее... Так, сейчас. Мне кажется, что его здесь нет, а там он, есть. Вы это имеете в виду? Да. Правильный ли это здесь, ответ? Желтый. Сейчас узнаем. Это правильный ответ. Как-то Ван Гог как орешки просто. На самом деле поражает не только точность, но и скорость. Правда, это фантастика. Вам аплодисменты. Ну и, наконец, самое трудное. Последние две картины написаны в стиле пуантилизма, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками, точечной или прямоугольной формы. Таким образом достигается визуальный эффект, когда цвета смешиваются не на картине, а как бы на сетчатке глаза зрителя. Евгению предстоит преодолеть этот эффект и найти отличие между двумя копиями картины Поля Синьяка «Папский дворец в Авиньоне». Прошу. Есть у меня несколько секунд? Да, конечно. Я готов. Готово? Прошу. Почти самый верх с вашей стороны. Стоп. 5 сантиметров левее. Много. Назад. Стоп. Повыше. Еще выше на сантиметр. Сложная картина. Они мельтешат перед глазами, эти пятна. Правее, правее. Так. Простите. Выше. Еще выше. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Вот здесь. Ну что ж, это окончательная версия?
Что ж, это окончательная версия? Ну, возможно, несколько миллиметров выше. Контур самого мазка, он неправильной формы, поэтому... И он сделал это! Евгений Дубин! Удивительные люди!